Здравствуйте! На вопрос, как провести эти выходные, попытаюсь ответить я, Юлия Север. Вы смотрите «Афишу» на телеканале «Самара ГИС». 19 декабря в театре «Самарская площадь» спектакль «Пришел мужчина к женщине». Она пытается его познать, а он боится ее спугнуть. Она стремится понравиться ему, а он хочет проявить себя. Что она увидит в нем и что почувствует он в ней? За один вечер они испытают подъем чувств от недоверия, недопонимания до эйфории и восторженной страсти. Однако он мужчина, а она женщина. Им обоим нужны ответы, но только вопросы у них разные. 20 декабря актеры театра «Самарская площадь» приглашают на спектакль «Герострат». В роковую ночь 356 года до нашей эры житель Эфеса, базарный торговец по имени Герострат, сжег храм Артемиды. Его дело передано суду. Все жители города одержимы решимостью покарать злодея. Однако постепенно их решимость куда-то улетучивается. На сцене разворачивается жестокая борьба темной стороны человечества с богами и законом. Не пропустите 20 декабря. Воскресный вечер, как всегда, рекомендуем провести вместе с телеканалом «Самара ГИС». В 19:00 смотрите сольный концерт народной артистки России и Грузии Тамары Гварцетели «Я несу в ладонях свет». Настолько масштабного концерта, как по составу, так и по репертуару, Тамара не проводила уже несколько лет. В программе прозвучали композиции из любимых кинофильмов, музыкальные произведения самых известных и популярных композиторов современности. Жанр классического академического вокала и эстрадного искусства органично переплетается в канве музыкального представления. На сегодня все. Желаю вам хороших выходных. До свидания.